Как же так? Я способна пробить медную кожу. К тому же ты только подражатель. Что это за меч? Хуньёй, справедливость должна восторжествовать. Не знал, что медную кожу и правда можно передать. Стоит достать Хуньюй, падет тысячное войско. Серебряный дракон сметет врагов. Неси в страну мир. И страстно ей служи. Мы решили возродить терем. Изначально его целью было карать злодеев, но он попал в руки не тех людей и разразилась катастрофа. Раньше я жаждала мести, теперь же хочу бороться с вами за справедливость. Не ради себя, а чтобы отплатить своим благодетелям и оправдать тех, кого оклеветали. Да, но он больше не станет орудием в борьбе за власть и не станет больше участвовать в политических разборках. Страна сейчас нестабильна, но я верю, что однажды смута закончится, наступит спокойствие, и во дворце закончится распри, а по всему миру зацветут цветы. Прекрасно! Здорово! Здорово! Господа, подходите! Что за толпа? Магазин хороший. 50 лян. Кто больше? 60 лян. 70? Простите, ставлю 90. 90 лян. 100 лян. 100 лян. Милая, ты... Простым людям это не по карману. 200 лян. Что это? Так много? Никогда столько не видела. Я тоже не видела. Хозяин, подпишите. Не неси чепухи. Это сын князя Ли Шубай. Спасибо, господин. Я лучше всех знаю свою жену. Это место станет ключевым источником информации терема. И не только. Но деньги нужно экономить. На этой улице много лавок принадлежит моей семье. Не переживай. Господин, госпожа, это письмо из дворца. Император скончался. Кронпринц и шестой принц последовали за ним на небеса. Третий принц занял трон. Чиновники покорились.
Третий принц праведный и великодушный. Страну ждет процветание. Милая, ты... Дорогой, сначала семья, потом страна. Все закончилось. Когда уже меня выпустят?
晴中冒月影下。